Председатель социального фонда Сергей Чирков и председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев заключили соглашение о сотрудничестве в области развития федеральной программы «Молоды душой», которая отвечает за развитие серебряного добровольчества. Около года фонд развивает сеть центров общения старшего поколения, призванных стать местом силы и бодрости духа для россиян почтенного возраста. На данный момент по всей России работает более 100 подобных центров. Отметим, что открыто в Дагестане на базе клиентская служба отделение Социального фонда России по Республике Дагестан в городе Махачкала. И на протяжении всего времени занимается проведением познавательных, патриотических и спортивных мероприятий. Несмотря на небольшой срок со дня открытия центра, он уже пользуется популярностью среди посетителей пожилого возраста.